Про что вы спросили, я не понял. Что за биомусор? Биомусор, так некоторые люди называют наркоманов, алкоголиков, бомжей. Как бы вы сказали, как политик, это приемлемый термин или неприемлемый? Да. Знаете, я хочу... Давайте, я хочу отзываться насчет того, что ваш предыдущий гость сказал, что иногда интересуюсь политикой, иногда нет. Можно не интересоваться политикой, но нельзя просто не интересоваться тем, что происходит, что политика интересуется нами. Сейчас я встречаюсь с предпринимателем тут. Не случайно Путин на меня обрушился. Не случайно терминология Путина по отношению ко мне полностью совпадает с терминологией украинской власти. Не случайно Путин практически поддержал. Еще один вопрос, вашего позволения. Против меня. Вы слышите нас, Михаил Николаевич? Южной Корее. Вы слышите нас? Обязательный результат Украины. Я в этом абсолютно уверен. Такое впечатление, что нас не слышит, господин. Алло. Слушаю, сейчас слышу. Вы слышите нас? Про что был вопрос? Нет. Спасибо. И Украина, вот надеемся, и тоже и к вам не безразлично. Да, меня поддерживает мир. Да, посмотрите. Спасибо большое. Это было прямое включение Михаила Саакашвили. Это, считайте, такое, знаете, футуристическое. Вот мы его обсуждали. Хоп.